Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И сегодня я вам покажу, на мой взгляд, самые эффективные методы рекламы. То есть, это те рекламы, где сам пользователь очень заинтересован в вашем рекламе. И только уникальные переходы и гарантированный результат лично для меня. Я перепробовал все эти тизерные рекламы, что там люди смотрят, получают... Они там 0,03 цента. То есть люди, там, где можно поставить рекламу бесплатно, либо это вот тизерные, сурферные и все так далее, там люди на самом деле только и только гонятся за это вот 3 копейки, что им дают. А сейчас, что я вам покажу, это реально действующие рабочие методы, где я лично всегда получаю очень много рефералов и только заинтересованные. То есть те партнеры, кто идут и оплачивают какие-то услуги. Это очень важно. Первый, что я пользуюсь, это Bazaar Email. Этот сервис рассылает людям письма. То есть вы сделаете какое-то предложение, и люди переходят по этому предложению и регистрируются. Тут платим только за уникальные переходы, то есть за переходы. И я вам покажу пример. Вы видите, первое дело, конечно же, надо пополнить баланс. Пополняю баланс, я обычно пользуюсь это нижним вариантом, тут можно карточкой платить. Так, после этого я создаю компанию, это, конечно, ну, очень интуитивно понятно, да, название, язык, заголовок. Самое главное вот тут, да, если вы делаете какое-то предложение, вот, приблизительно, не забываем ставить ссылку, ну вы же что-то рекламируете, многие мои партнеры этого не знают, просто вот так проводим, копируем. И вот сюда вот ссылочка, нажимаем ссылка, и тогда можно сюда ставить ссылку, будет кликабельная ссылка. Все сделаем, как полагается, что сюда пишем, вообще не важно, потому что потом покажу. Я обычно убираю эту галку, чтобы отображался бы на бирже, и автор может изменить текст, это я оставляю галочку. Что тут грамотные ребята, они могут делать очень классную вещь. После этого я иду обычно на биржу, и выбираю. Выбираю либо тематику или подходящую цену. И смотрите, друзья, тут видно сразу кликабельность вашего или моего объявления, да. Если автор не выполняет условия, там будут условия, когда вы подаете заявку, тогда вам просто деньги вернутся. То есть, получается, вы даже получаете некую рекламу, может быть, там, вот скажем, 2,5% он должен выполнить. Если он выполнит там на 2, вам возвращаются деньги, но на 2% вы еще и получили рекламу. И, ну, обычно вот как еще можно искать, если там определенная сумма, вот 6 долларов, да, вот так ищите. И тогда будет предложение только за 6 долларов, что тоже очень удобно. Но если у вас определенный бюджет. И вот тут сразу видно, автор сидит сейчас в сети, либо нет. И статистика, естественно. Вот у меня в данный момент работает два компании, то есть два человека выполняют мой заказ. И смотрите, один выполнил уже на 6,68%, это кликабельность. Это очень круто. Но я всегда тут беру рекламу. И один на данный момент 1,88. Видите, уников. Первое, это сколько уникальных переходов. И это всего. Вот, это первый ресурс, где я рекламирую свои продукты и получаю отсюда клиентов. Тут, сами видите, только заинтересованные. Даже если вот вы на бирже, тут даже написано, чем именно рассылка, ну, по тематику даже. Вы можете выбрать по тематику, и нет такого, что вы там пытаетесь сделать рассылку, я не знаю, на какой-то криптовалютный проект, а... Послали там, я не знаю, автолюбителям. Так, следующее, что я пользуюсь, это Калиостро. Это очень старый ресурс. Ты только заинтересованные люди. И почему я его пользуюсь? Потому что у меня тут идет все на полном автомате. Просто на полном автомате. У меня куплено VIP Maxi пакет, видите, тут он видно. И он будет работать у меня до сентября, естественно, буду его продлевать, это тут вопросов нету.
И советую тоже всем людям, кто хотят тут размещать свои ресурсы. Это вообще такой мультифункциональный проект, это вообще классно. Тут рассказывать можно часами. Просто быстро вам покажу, вот что сделал. Я купил VIP, да, именно VIP Maxi. Почему я это сделал? Потому что если у меня VIP Maxi, у меня на автомате продвигается ссылка и еще видео. То есть вообще, ну, на автомате все, а вот это вот вообще постоянно. Смотрите, я сейчас вам покажу. Вот, например, вот нажимаете, вы смотрите, сначала идет видеоролик. Но этот видеоролик идет только в VIP Maxi. И вот ссылка внизу сразу же на проект рекламированный. То есть, если вы тоже решите взять себе VIP-пакет, что я на самом деле настоятельно рекомендую, тогда обязательно, если вы поставите ротацию видеоролик и ротацию сайта, чтобы они были бы одного проекта, потому что под видео будет эта ссылка. Вот что еще дает VIP, я могу вот всегда себя поставить VIP-ленту при желании. Вот новички сюда заходят и сразу же видят мою фейс и могут перейти и тоже попасть на мои проекты. Что еще дает VIP-пакет? Моментальную рассылку. Вот моментальная рассылка, все пользователи видят мое предложение. Естественно, ротация. При наличии поинтов у меня они есть. Например, видите, ротация сайтов. Вот тут стоит мой сайт, да. Нажимаю, я сейчас в 89 месте. Просто нажимаю за 5 лимитов, все. Я уже на первом месте. Главное дело, вот идти настройки, настройка ротации. Естественно, если у вас нет денег, вы можете это все делать вручную. Ну, для чего? Что VIP стоит настолько мало, что это бессмысленность. И сюда, видите, можно группу ВКонтакте привязать, пост ВКонтакте, YouTube канал, тогда, ну, видео, как я уже сказал, сам Facebook, Skype, ссылка на проект какой-то, Twitter, Instagram, Telegram, ну и вы сами видите, что тут. И это будет продвигаться на полном автомате, если есть VIP-пакет. Но у меня он как есть, я уже вам показал, что у меня это все идет на полном автомате. И что я могу сказать? Вот еще раз показываю вам, что, например, тот самый VIP Maxi стоит 600 рублей на месяц. Ну, вы сами видели, у меня куплен он аж до сентября. Так что доверяю ли этого ресурса или нет, вы можете решить сами. Ну и вот третий такой самый простенький, он называется рефералка. Тут тоже, в принципе, все люди, кто работает, они заинтересованы. И у меня тут тоже, видите, куплено VIP. Почему он сделан? Потому что тут такая фишка, вот есть лимиты. Если нету лимитов, нельзя зарабатывать вот эти рубли. То есть, за это рубли мы ставим объявление. Такой игра слов. Просто если вот я купил VIP, каждый раз, когда я ставлю объявление за 120 рублей, получаю я 10 лимитов сюда. А за 10 лимитов получаю 200 рублей обратно. Я не знаю, понятно или нет. В принципе, я каждый раз делаю новое объявление. Вот мои объявления. И видите, тут мои объявления. И просто сделаю объявление за 120 рублей. Бывало так, что я делал 20 одинаковых объявлений. И тогда я получал много лимитов. И после этого я просто нажимаю вот сюда на кубок, нажимаю вот сюда и вот поднимаю. Все. Теперь он опять же у меня первый. Вот смотрите. Нажимаю сюда и вот первый. И порой бывает, если нету VIP-людей, он просто попадает сюда в VIP-блок самостоятельно. А вот как тратить, вот видите, я стратил 10 рублей, чтобы поднять, а вот нажимаю сюда. Сейчас заработаю 20 рублей вот перед вами. Просто нажимаю сюда, подождем чуть-чуть. Ну да, ну пойдет 30 секунд, и тогда все, закругляемся с этим видео. Просто я хочу вам показать, вот, и вот так смотреть, я могу заработать 20 рублей, если я VIP. А если простой, тогда 10 рублей. То есть получается, ну задумайтесь сами, ставим рекламу за 120 рублей. Если я простой клиент, получаю обратно 100 рублей, то есть я 20 рублей в минусе. Если я VIP,
я, получается, еще 80 рублей в плюсе. Можно даже так многие делают, что один месяц покупают VIP, понатыкают себя это деньги для объявления. И потом месяц, например, видите, пропустить шаг, и, ну, не надо делиться, я вот пропускаю шаг. Так, 2.05. Видите, 20 рублей мне начислились. Вот так, друзья, вот на мой взгляд, это самые эффективные способы рекламировать, что они практически, вот два первых вообще на полном автомате, а это тут надо чуть-чуть в раз в день хотя бы зайти и заморачиваться. И вот ну, добавление объявления логично, да, что сюда картинку, заголовок, текст, да и тут ссылка, и ну все аналогично на самом-то деле. Друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк. Все ссылки будут в описании под этим видео. При желании присоединяйтесь. Это вот базар email очень эффективный. Да, тут Калиостро, да и рефералка. Что присоединяйтесь и получайте себе партнеров своих бизнесов. Если это видео было вам полезно, ставим лайк. Подпишемся на мой канал. Все ссылки в описании. Зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока, друзья.